santità abbiamo fatto un lungo viaggio. Nessun italiano è mai stato negli Urali, luoghi in cui abbiamo cercato pietre preziose. A dimostrazione della nostra lealtà al Santa Trona, valiate, accettate da noi questi preziosi ametisti. Non riesco a staccare gli occhi da questi cristalli. C'è tutta la bellezza che Dio ha creato sulla terra. Действительно, от этой драгоценной красоты трудно оторвать взгляд. Когда-то самоцветная полоса Урала была чуть ли не единственным местом в мире, где можно было добыть аметисты. И уже отсюда насыщенные фиолетовые кристаллы разъезжались в разные стороны света. Что отличает уральский аметист? В чем секрет успеха в прошлом и настоящем? Обратимся к эксперту. Драгоценные цветные камни оцениваются в Геологическом институте Америки по четырем категориям. Из них наиболее важно этот цвет. Уральский аметист обладает александритовым эффектом. Набирает, вот набрать максимум 10 баллов. Чего не могут ни аметисты Бразилии, ни аметисты Африки. Отправившись в прошлой серии на поиски аметиста, мы нежданно-негаданно, не зря же говорят, новичкам везет, нашли хоть небольшой, но свой кристалл. Давайте побольше узнаем о нашей находке. Природный аметист. Мы видим хорошо образованный кристалл с характерными кристаллографическими признаками. Грани ромбоидра, грани гексагональной призмы. Да, конечно, он не представляет большой ценности, потому что у него окраска сосредоточена только в одной части кристалла. И он не ювелирного качества, но для того, кто его нашел, такая находка, безусловно, бесценная. Уральские аметисты сейчас встречаются очень редко, потому что они практически не добываются сейчас. Ну и одна из самых роскошных коллекций, которую мне привелось видеть, это было у ювелирного дома Максима Демидова. Естественно, когда у тебя есть идеальный драгоценный камень, то хочется, чтобы он блистал в украшении. Поэтому мы пришли к лучшим мастерам, чтобы воплотить мечту о красивом, эксклюзивном кольце. И хотя у нас уже есть ограненный минерал, мы начнем с самого первого шага и увидим, как из бесформенного кристалла формируется ювелирный образец. Одно неверное движение может испортить аметист, поэтому огранщик работает в прямом смысле с ювелирной точностью. Иногда огранка одного минерала может занимать несколько дней. По тщательности, по отношению к процессу, то, что мы видим, похоже на реставрацию. Снимая миллиметр за миллиметром, огранщик буквально обнажает душу драгоценного камня. После ювелирной обработки аметист готов показаться во всей своей красе. И уникальный наряд для него придумает дизайнер. Как бы ни был прекрасен драгоценный камень, без должного оформления, раскрывающего все достоинства самоцвета, он не будет радовать вас в полной мере. Самое крутое в поиске сокровища – это то, что в конечном итоге вы можете надеть его в качестве украшения. Мы спешим к ювелиру, который уже подготовил роскошную основу для того, чтобы наш аметист смотрелся еще эффектнее. Такую сложную работу в Максим Демидов доверяют только по-настоящему опытным мастерам, ведь наш аметист будет окружать почти 160 бриллиантов, и каждый, даже самый крохотный кристалл закрепляется вручную. Вот теперь можно смело сказать, что этот драгоценный камень был не зря найден в недрах Урала. Какая красота! Трудно себе представить, что когда находишь камень весь в глине и в песке, он стараниями ювелиров превращается в роскошное кольцо, которое смело можно надеть с бальным платьем или на светскую вечеринку. Я потрясен до глубины души, и мне кажется, кто-то сегодня будет несказанно счастлив. Наше приключение началось с того, что мы решили рассказать вам об аметистовой лихорадке, начавшейся около 400 лет назад, и отголоски которой можно найти и в наши дни. Это привело нас на самоцветную полосу Урала, мы познакомились с хитниками, спустились в Скопь, побывали на самых главных месторождениях аметистов, нашли свой аметист и вместе с ювелирами создали эксклюзивное кольцо.
Подписывайтесь на наши социальные сети и YouTube-канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одной серии фильма про аметистовую лихорадку.